Турнир в специальной экипировке среди мужчин, женщин и ветеранов возрастных групп проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». Мероприятие было организовано при поддержке администрации Десногорска, партии «Единая Россия» и Смоленской атомной станции. Это штатный турнир, который проводится в рамках чемпионата области. На данный момент приехало 28 спортсменов с разных городов Смоленской области. Прибывших спортсменов приветствовали председатель комитета по культуре и спорту администрации Десногорска Светлана Головачева и заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий. В каждом виде спорта побеждает не тот, кто сильнейший, сильный. Побеждает тот, кто имеет лучшую техническую подготовку, тот, кто больше морально настроен на победу. Я хочу пожелать вам проявить свои лучшие качества. Если кому-то не удастся, может быть, победить в общем зачете, то, по крайней мере, показать свой лучший результат на помосте. Ну и, конечно, чтобы наши соревнования прошли без травм. Всем удачи! Открыл соревнование и пожелал спортсменам высоких результатов и президент Федерации силового троеборья Смоленской области Александр Воскресенский. Чтобы сегодняшние соревнования запомнились весами не только предельными, но и запредельными. Чтобы каждый из вас сегодня побил свой личный рекорд, даже, может быть, некоторый рекорд области. Наш город представили самые лучшие в этом виде спорта. Среди девушек Алина Жданова весовая категория до 43 килограмм заняла первое место с результатом 30 килограмм. В категории до 57 первой стала мастер спорта Ксения Тарапушина, выжившая штангу весом 85 килограмм. В мае мы участвовали во всероссийском мастерском турнире «Белые ночи», где я заняла первое место в своей категории. Данный вид спорта как-то формирует тело. Это и красота тела тоже. Просто решила заниматься для себя. Дальше уже начало получаться. Я подумала, почему бы не попробовать дальше, почему бы не попробовать поучаствовать в соревнованиях. В категории до 72 килограмм первое место заняла мастер спорта Алена Джевала. Ей покорилась штанга 95 килограмм. Оксана Семина заняла первое место в весовой категории до 84 килограмм с результатом 65 килограмм. Также достойно выступили и мужчины. Роман Давыденков, весовая категория до 94 килограмм, занял второе место с результатом 155 килограмм. Михаил Румянцев до 83 килограмм, ставший первым с результатом 190 килограмм. И мастер спорта Александр Кухаренко, категория свыше 120 килограмм, выживший 205 килограмм. Все победители и призеры соревнований были отмечены почетными грамотами, кубками и медалями.